Даша совсем забыла про то, что скоро Пасха. А у нее в духовке уже, наверное, подгорают пасхальные куличи. Катя, Макс, Дианочка, мама напекла вам куличей. Скоро Пасха. Бегите скорее на кухню и угощайтесь. Ну что ж, наша веселая семейка собралась за одним столом. И для них готовы настоящие мини-куличи. А вы, ребята, не переключайтесь, смотрите, как можно приготовить эти мини-куличи своими руками. Легко и просто. А по глазам Макса можно сказать, какой кулич он себе выбрал. А розовые достанутся девочкам.
Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка ТВ и смотрите новые серии. Пока-пока! Катя и Макс, веселая семейка!